Куда поступать после школы? Как стать крутым программистом, дизайнером, маркетологом? Как выбрать профессию? Зачем гадать? Попробуй и узнаешь. Ребята у нас приехали от Астрахани до Красноярска. Я стараюсь сделать так, чтобы ребята превратили свой поток мысли в некоторый исходный код, который будет работать в браузере. Если ты никогда не дизайнила и не дизайнил, не кодил, ни разу не сталкивался с маркетингом, 100% это мероприятие для тебя. Мы научились разрабатывать концепт игры, прорабатывать сценарий. У нас есть как геймдизайнеры, просто дизайнеры, которые рисуют с персонажа главного. Также у нас есть люди, которые пишут текст для игры, какие-то идеи также генерируют. Ну и непосредственно сами программисты, которые пишут код, чтобы это все работало. Я был в шоке. Мы за один день умудрились изучить целиком язык. Мы презентовали игру по таблице умножения для детей. Когда мы рисовали нашего персонажа, я вспомнил про Йошкар-Олинского кота и сказал, вот у нас Йошкар-Олинский кот будет учить таблицу умножения. Офлайн и живое общение позволяют глубже погрузиться в тему, да, не отвлекаться, а прямо здесь и сейчас за очень короткий период времени создать огромный проект. То есть ребята в течение почти недели делают то, что обычно пилится полгода. У меня есть несколько профессий, из которых я выбираю. И основной целью это было понять, что мне все-таки ближе, программирование, дизайн или маркетинг. Я хочу руководить командой. Я поняла, что мимикрировать под программиста больше не имеет смысла, у меня это все равно не получится никогда. Я начну все-таки программировать и пойду дальше. Вот я, к примеру, сейчас взялась за дизайн и пробую себя в этом. Я сюда ехал немного с другой целью – пообщаться с людьми. Я вообще редко вижусь с новыми людьми, но такой вот я немного закрытый человек. То я знал, что тут будет много интересных мне людей, потому что я изначально сойдусь с ними, ну, своим хобби. И, возможно, будет легче пойти на контакт. На самом деле, так и получилось. Это будет полезно как для ребят с опытом, так и ребят вообще без опыта программирования. Первые здесь получат новые знакомства, знания в креативных направлениях. Другие ребята получат колоссальный опыт программирования и опыт защиты своей игрушки. А еще тут нереальная атмосфера. Кураторы очень добрые, очень умные. Не обязательно на это смотреть как на очередную учебу. Можно на это смотреть как на игру, на классное времяпрепровождение, при этом очень полезное. Почувствовать себя реально крутым специалистом и в будущем им обязательно стать.